Володимир Зеленський відреагував на петицію про заборону очного навчання під час війни. Президент зазначив, що заклади освіти можуть самостійно приймати рішення щодо формату роботи та доручив прем'єр-міністру опрацювати пропозиції громадян. Нагадаю, що раніше уряд рекомендував розпочати навчання у школах з 1 вересня та у вишах з 15 серпня. А якої думки дотримуєтесь ви? В Николаєві точно рано. Ми з Николаєва, моя дочка, вона учениця школи, їй 14 років. Я бы не хотел, чтобы она шла в школу в Николаеве конкретно. В Одессе, мы уже живем месяц здесь, здесь совсем другая обстановка. Вот 100 километров разница. И здесь, допустим, возможно очное обучение, потому что, ну, вроде как безопасно. Я не, ну, не полностью, может, безопасно. Поэтому вот эти изменения, они все-таки каждому региону должны быть... индивидуальный подход. Я считаю, что в данный момент очное обучение, наверное, это все-таки достаточно опасно. Достаточно. Учитывая, что, что россияне стреляют пальцем в небо, ну, как бы это похоже, что очевидно даже. Вот, поэтому я думаю, что очное обучение – это опасная штука. Ну, скопление людей, дети. Да и, наверное, родители отнесутся к этому не очень хорошо. Ну, кто из родителей, скажем так, готов рискнуть? Дистанционно, ну, как по мне, ну, это не такое прям уже обучение. Лучше, когда человек пришел в ту же школу или тот же университет, там, колледж, информация, ну, лучше поступает к человеку, нежели человек, который находится дома. Ну, а с учетом того, что, как бы, война и... в любой момент может прилететь куда-то ракета, и с учетом того, что Россия стреляет по гражданским объектам, те же школы, там какие-то больницы и все тому подобное, то как бы, ну, тут непонятно, куда она прилетит, к человеку домой, который будет дома заниматься, или куда-то в какое-то заведение. Я думаю, что все-таки, ну, смотря на сегодняшнюю ситуацию, которую мы видим по Украине, вот, учитывая недавние обстрелы, я думаю, что лучше все-таки продолжить дистанционно, потому что не имеет смысла рисковать. Обучение, оно того не стоит. И я так скажу, кто хочет, тот обязательно выучит и научится тому, что ему необходимо. А кто не хочет, ему хоть дистанционно, хоть очно, он все равно уроки делать не будет. Я считаю, что обучение онлайн – это не обучение, это профанация. Преподаватель, педагог должен общаться с ребенком тет-а-тет, глаза в глаза и все. И все остальное – это изображение деятельности, но это не образование. Однозначно невозможно обучаться, приходя в школу. Это должно быть онлайн. Это должно быть онлайн. Ну, вот сейчас у нас моя дочка ей 15 лет, да, она идет в 10 класс. И я просто себе не представляю, в нашей школе, в школе нет бомбоубежища. Я даже не представляю себе, что она выйдет на обучение такое дневное. Ну, то есть это неправильно. Должны быть все... Ну, война. В стране война. О чем речь?